По всему Гданьску можно встретить зоны отдыха, детские площадки, велодорожки, оборудованные на территориях, которые могли бы так и остаться неприглядными пустырями с парой протоптанных тропинок, если бы не одна интересная госпрограмма. Сегодня я вам предлагаю прогуляться по одной из таких площадок и немножко рассказать об этой программе. Середина июня, на улице комфортная солнечная погода, город окрасился разными цветами полевых трав. Наш маршрут пролегает к границе районов Лостовице и Аруния-Гурна, где расположен водный резервуар Августовска, один из множества городских резервуаров, призванных поддерживать водный баланс на местности. Территория эта еще несколько лет назад была пустой и не очень популярной среди местных жителей. Наверняка здесь когда-то выгуливали собак или искали утешение на дне бутылки ребята попроще. Сейчас же площадка облагорожена, собаки резвятся на специальной поляне с ограждением, дети веселятся в своей зоне, есть также поле для игровых видов спорта, тренажеры и, конечно, вымощенные дорожки вокруг всего этого. А еще одна небольшая площадка для малышей имеет также свою солнечную батарею, от которой запитан фонарь. Вся эта красота и была сделана за счет той самой программы под названием «Бюджет обывательский». 10 лет назад Польша, а точнее несколько польских городов, первым из которых был Сопот, решили перенять опыт других демократических стран и начали выделять процент своего бюджета на реализацию идей простых граждан, жителей конкретного города или района. С тех пор сотни городов по всей Польше внедрили такую же систему, и вот уже который год, в определенный промежуток времени, горожане посредством онлайн-голосования выбирают лучший из предложенных проектов, куда будут проинвестированы выделенные средства. В Гданьске голосование разбито по районам, то есть в каждом районе каждый год делается что-то полезное. У водоема тем временем течет размеренная жизнь улиток, птиц и растений. Несмотря на обустройство, природная целостность этого места не была нарушена, и все здесь пребывают в гармонии. Люди, молодые и старые, деревья и кустарники, птицы и насекомые. Заканчиваем нашу прогулку мы традиционно вот такой горячей и очень аппетитной итальянской пиццей.